В нашей стране очень бережно относятся к ремеслу, к традициям, к культуре, и я всем этим вдохновляюсь. Но я тот человек, который любит экспериментировать. Я вообще определяю своим направлением в ремесленном дизайне как нетрадиционный взгляд на традиционное. В конкурсе мы участвуем с изделием, которое изготовлено из раритетной шелковой ткани бекасама. Этой ткани 50 лет. Мы намеренно использовали не новую ткань, а дали жизнь уже ткани, которую делали много лет назад. Только в этом году мы получили свой первый зарубежный опыт. Мы участвовали на неделе дизайна в Милане и на неделе дизайна в Париже. Цель моей подачи, она объясняется очень просто. Я хочу много знать, я хочу получать очень много опыта. Для чего? Для того, чтобы потом делиться этим с другими людьми.